условились, что с докладом сегодня выступит Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения Российской Федерации, член нашего совета. Сергей Сергеевич, позвольте вам сделать замечание за опоздание. Так как учителя делают школьникам, я, извините, вынуждена вам это сделать. В нашем совете не принято опаздывать. Пожалуйста, впредь этого не делайте. Слово предоставляется Сергею Сергеевичу Кравцову, министру просвещения. Пожалуйста, вам слово. Благодарю, уважаемая Валентина Ивановна, приношу извинения свои.